В областном Маслихате прошло заседание постоянной комиссии по вопросам депутатских полномочий, этики, правопорядка и работе с общественностью. В ходе заседания были обсуждены состояние и перспективы развития института частных судоисполнителей в Актюбинской области. По информации руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей Жанны Умаровой, на сегодня в области действуют 67 частных судоисполнителей. Из них 52 работают в Актюбе и 15 в районах. На их исполнении находится более 60% исполнительных документов о взыскании в пользу государства, что мешает исполнению исполнительных документов более выгодной категории дел. В ходе обсуждения депутаты областного маслихата задали ряд вопросов, высказали замечания и предложения в части повышения эффективности работы частных судебных исполнителей. Глава государства в плане нации 100 конкретных шагов отметил, что в рамках реформы судебной системы заработает ряд институциональных решений, одним из которых является дальнейшее развитие института частного исполнения. Данное поручение легло в основу реализации 27-го шага плана нации. В прошлом году парламент Казахстана принял закон, который расширил возможности для дальнейшего развития системы частного исполнения, предусматривающий практически полный переход на частную систему. С 1 января 2016 года в компетенцию частных судебных исполнителей перешли все категории исполнительных документов, за исключением документов о взыскании с государства, в пользу государства сумм свыше 1000 МРП, дела о выселении, сносах, изъятии земельных участков, производимых в интересах государства.